гораздо опаснее всего, с чем мы... Мы идем в пасть врага, штаб-квартиру Блэквуд. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации. Ее финансами. Вы должны взять его живым или мертвым. Не дайте Принято. Ему уйти. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Я понял, что далее только тупик. Поэтому мы решили спрошить. Выхода тип, а знание.
Прорывайся к лифту. Пробивай свой собственный тотал. Выстраняй за полгода и поле. Смертоносная похуй больнее по факту. Итогом, которым меня разорвал океан иллюзорных кайфов и развратных богинь. Моя лира, ты снова со мной. Мы анализируем данные, полученные из серверов Black. Я дам знать, как ты будешь иметь их что-нибудь важное. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Похоже, наш клиент должен был встретиться с директором Blackwood Урсулой Эллен. Запомните это имя. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Я вот не понял. Спасибо. Ловит этот запах.
Со своими руками заново.
Элис настоящий лидер, в этом нет сомнений. Но все, во что она верит, это всемогущий доллар. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным влиянием, но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Этот человек — наша цель. Чертовски трудный путь и показали этим наемникам, что значит быть настоящим солдатом.
сюда! У меня нет патронов! Следуй за мной! Ты это не где-то, это Тендерман. Таблетка ура! На тебе мазать, как звук будет мазать, как звук. Включали мальчики в треке, где мальчики лгу уже впереди. Впереди драма, и пенники кеды. Капает слово, капает буква на лице. Да, запас пополнен. Навсегда унылое белое небо над нами.
Эллен. Личность цели подтверждена. Мы считаем, что это человек с монетой собственной персоной. Его имя Оберон Уайт. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. За мной! Контрольная точка. Боец на подполнен. Игроки воскрешены.
Доступа получен. Скотчем мой ритм, оборот с поличным от всех отличий. Айо, народ, я тут чисто так, между прочим, замечу своим величием не безразличен. Прецедент 5 от 3. Встречу по назначению мечем. Есть чем, а? Никогда не появляется на публике. По нашим данным, в 9 лет у него был диагностирован аутизм, но при этом наблюдался чрезвычайно высокий уровень интеллекта. Его считают гением. У нас мало интересно, но пока... Нужна броня! Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Thank you.
Мне нужен броник. Идите в лифт. Я хочу провал. Я хочу провал. Я хочу провал.
столетие за столетием, меж молотом и наковальней, между кнутом и плетью, на нашей одинокой, потерянной планете. Вот доступа получит. Деревьев умирают дети. Когда деревья были большими, мы прятались в тени под ними. Мы как-то иначе любили. Мы смотрели вперед и мечтали, что счастье не судьба. Мы включили лифт. Они боли и печали. Когда деревья были большими, мы прятались в тени под ними. Пошли, мы пошли! Иначе любили. Мы смотрели вперед и мечтали, что счастье несут нам дали, а не боли и печали. Мы готовы к зачистке следующего этажа. К истокам. Это когда деревья были высокими, когда край земли представить было сложно, а творить зло просто невозможно. Когда все вокруг укрыто белой скатертью, любовью истинной, правдой сына к матери. Это когда добро заполняет все дни, и без оглядки ты готов отдать последнее. Отчего потом падают так низко, и даже шепот. Ну вот и все, близко. Теперь найдите этого мерзавца. Много воспоминаний где-нибудь на кухне, в одиночестве на дне стакана. Но уходить нам рано, еще повоем. Он был из тех, что никогда не бросит брата, но не считают его главным кадром. Из тех, что из малого города в люди, где в каждой минуте солнце лежит на блюде. Пытаясь быть не огрызком для мира, игнорил каждую вписку в закрытом квартире. В поиске предназначения, как своей стихии, верил, что сила есть, это его имя. Город, в котором так много амбиций, стал его домом, он все же скучал о провинции. О том, как все было там, тут не говорится. Знаешь, каждый этап должен проходить.